В Уральске появился дорожный пылесос. Коммунальная машина приобретена за счет городского бюджета. По словам сотрудников предприятия, за смену подметально-уборочная машина может собрать до 4 тонн пыли с улиц города. Наши корреспонденты посмотрели на чудо техники. В этом году дорожно-эксплуатационное предприятие приобрело 9 единиц техники. Среди них 2 песочника с емкостями для воды, автогрейдер, 2 больших трактора МТЗ и 1 маленький трактор, который называют луноход. Самое свежее приобретение – вакуумная подметально-уборочная машина, которую сразу прозвали пылесос. Она предназначена для уборки автодорог и путепроводов от пыли и мусора, забором смета в бункер, а также его механизированной разгрузки. Это КАМАЗ, который очищает город от пыли, осевые. И, как говорится, бордюры очищает от пыли, идет после нашего песко-соляного смеси, идет уборка города. А что у него за оборудование вообще? У него стоит движок в кузове марки Ивеко, и дополнительно создается раздражение, как вакуумный пылесос сосет весь мусор, пыль от асфальта. А сколько емкости пыли можно забрать? Ну, емкость можно пыль забрать где-то около 4 тонн, 4200 где-то. Водитель управляет всем оборудованием из кабины. Для этого у него установлен специальный пульт. После наполнения бункера его можно очистить за несколько минут. При помощи гидравлики пыль ссыпается на полигон для хранения отходов. Вот эта кнопка, это передняя кнопка, это помпа, которая вода идет. А вот это 4 кнопка у нас щетка, которого заходит. А вот легко все это было? Ну, легко, но там у нас учили на арзамасе. Так вообще, техника давно уже работает, что говорят там в Арзамасе, там она как пользуется? Ну, техника, отличная техника, говорит, нам нужно, да. У нас уральская дизель, первый дизель. Вообще в кабине как удобно, машина? Удобно, машина, все удобно. Городские коммунальщики отметили, что, имея еще несколько таких машин, им под силу превратить Уральск в город образцовой чистоты. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.